Эта яма стала причиной затора на проспекте Мира. После обращения жителей дорожное покрытие, как только позволили погодные условия, было отремонтировано. Силами подрядной организации данный дефект дорожного покрытия был устранен. Как правило, такие нарушения происходят ввиду динамичных ударов колес автомобилей, когда нарушена сопряженность люков и, соответственно, асфальтобетонного покрытия. Специалистами МБУ «Химдор» регулярно на ежедневной основе производится инспекция уличной дорожной сети, выявляются подобные нарушения, и максимально короткие сроки они устраняются, дабы не причинять неудобства нашим жителям. Чтобы отремонтировать дорогу, рабочие сняли 10 квадратных метров асфальта и заменили его на новый. Сейчас движение полностью восстановлено.